Ребят, всем привет! Вы все просили видос, как поймать Пикачу в самом начале игры, и вот мы хотим вам сейчас показать. У нас есть новый аккаунт. Нам предлагают выбрать Чармандера, Сквидла или Бульбазавра, но мы должны немножечко отойти от них. Пойдем вон в ту сторону, пожалуй, пройдемся немножко. У нас идет дождь, но мы под зонтом, и в принципе все в порядке. Поэтому нам нужно немножечко отойти от этих покемонов, так сказать, от них отказаться. И тогда должен, по сути, появиться Пикачу. Дождь усиливается, как назло. Экран тухнет, как назло. Но мы под зонтом, и все хорошо. Нам нужен Пикачу. Ну, он должен появиться, он должен. Сейчас как молния трахнет. В общем, ребят, для того, чтобы поймать Пикачу в самом начале игры, нужно отходить от этих покемонов 3 раза. Они будут перемещаться за вами, вам снова нужно отходить. И так, получается, на протяжении 3 раз. Вот 1 раз они уже сместились. Сейчас мы ждем, пока сместится 2 раз, потом 3. И покажем вам, как мы ловим Пикачу. Ребят, вот они переместились у нас 2 раз, если вы можете заметить, да. И сейчас мы уходим от них уже в 3 раз. 3 раз они переместятся, и, по сути, должен появиться Пикачу. Ребят, вот у нас 3 раз переместились покемончики за нами вслед, да, и мы сейчас должны попробуем еще раз отойти, не знаю, Пикачу пока не видно. Вот, ребят, очередной раз переместились за нами покемоны, и, как видите, появился здесь Пикачу, остается только на него нажать. Я чуть на Чармандера не нажал. Yes, камера on, и мы можем его спокойненько ловить. Вот это только самое начало игры, все. Спокойно ловим Пикачу. Вот вам и ответ, как на самом начале игры поймать Пикачу. Та-да! 1, 2, 3. Пикачу пойман. 600 экспы, пожалуйста, ребят. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои добрые, позитивные комментарии. С вами был, как всегда, Мистер Кота. Всем удачи, всем пока. Пика-пика!